Бэйби Блайт пишет, ох уж это правое яйцо со спинки на Гедеоне. Блять, ну у него мелец казатый. Я в чат уперся. А у тебя же самострой Гид Хоскинс, ну да. Падай. В смысле падай? В смысле падай? Это что за продажа тиммейта? Ну упади по-братски. Да я лучше возле ворот упаду. Ну снимешь? Возле ворот упади, я снимаю, да. Все. А где ворота-то сами? А, вижу, все. Где я упала? О, все. Ну ты видишь, даже самострой не пригодился, говоришь, блин, падай. Блин, сори, сори. Надо похилиться. Стой, не уходи! Не уходи, да не уходи! Мне позвонили, я не на кнопку нажала. Да-да-да. Ладно. Она к вам идет. Зафармить. Давай-давай, фарми меня. Жестко меня фарми. Давай. Я останусь тут. Я останусь тут. Да куда ты-то остаешься тут, блин? Не оставайся. Ай, как так? Блин. Ты же понимаешь, что она тебя слышит? Да нет. Напишет ли он что-нибудь? Когда завели бы, вы чё? Чё, блядь? Прыгает за этим, за Джейком или за Нейл. Переиграно. На мой не. Ну, на мне было, да. На тебе было? Угу. Прям сверху. Давай, снимай его и на колено сразу же. Собирай его. А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. А еб... Пиздец. Я так... Я не знаю, короче, новую карту. И чё такое, широкий, что ли? Да как её? Что это было? Блять, вы это видели? Да чё? Сестра. Да она чё? Чё она делает? Актер без ЗП. Ну вот и Виши ЗП не платит, так что нет актеров. Давай, лезь в окошко в свое. О. Блять, сестра. Давай, кинется. Эй. Как ты же. Так, ну все, я труп. Сразу говорю, что я труп. Может попробую спасти. Может попробуй. Ай. Ладно, я в мейн побегу. Давай, типа. Давай, Dungeon Mom, спасибо тебе большое. А я так на Криса через за ней побегу. Кого не выжил? Того ушло. Дружочек, по-моему. Да. А, ну он тоже не слепится. GG мне. Ну зато тебя спасли. Блять. Не успею. Да. Я же сказал его слепить нельзя. Ты полез. А я умру. Хорош. Прям очень хорош. Свежий. К вам идет. Идите. Я за севером. А, да. Выбери что-то одно. Понятно. Пиздец. Пиздец, как же все плохо. Поднимешь его? Я сейчас просто упаду от глубокой раны. Не, он к нам будет. У меня. Я не понимаю, что происходит. Надо последний ген дочинить. Это будет сложно.
Ладно, убегаю. Блять, мне нельзя останавливаться, это пиздец. Мне просто нельзя останавливаться, я только остановлюсь, все, мне габелла. Мэн. Он в мейн бэкается. Нашел нулевый ген. Пиздец. Не, ну это конечно да, что есть, то есть, как говорится. Чего у него не отнять, так это... За момент отвечаю. Прямо в сундуке. Ну уйди, уйди. Чё ты? Не-не, да на меня отхватит, уйди. Там видишь что, блин? Там тулбокс. Ладно. Хорошо, хорошо. Ну да, ёб твою мать. Да тихо, нет, иди! Охуительно, блядь. Я же дальше пробегал. Улитволку своего тебе... дальше. Да я наоборот тебе палету отдавал. Меня сейчас ебать будут. Где? Он внизу, дай. Внизу. Так, Дмитрию Бетсу спасибо огромное за подписочку. Ну это какой-то жесткий демон. Да нихуя он не жесткий, блядь. Можно мне... Что было дальше? Ебать! И ты открыл дальние, дальние откуда? Ну, дальние, типа, от того гена, которого вы вычинили. Я уже хуй знает, где дальние, от какого гена. Ну, он ответ, ну... Все, все, я иду. Беги, 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 беги. Бегу, 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 блин. Беги, беги, хабанчик, беги. Да ты что там делаешь, блин, дурной нет? Давай двойной, давай двойной, давай двойной. Да мы только что сейчас двойное замутили, жестко. Ну, погоди, сейчас можно еще раз. Против твоего зрителя ром играли. Это Гид Хоскинс. Гид Хоскинс? Он заснайпил, да ладно. Это Гид Хоскинс? Ну поддушивал, да, но не хватало. Бля, хорош, хорош Гид Хоскинс, хорош. Он к нам летит. Беги, 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 бля! Хорош, легенда. Что у вас там происходит? Твою мать, блядь! Чё у вас здесь происходит? Чё что-нибудь придумаем, да-да-да. Блин. Может, бля, всё-таки помочь? Не-не-не, я не разрулю. Иди помогай. Ладно. Блин. Он за тобой? Да-да. За мной, за мной, за мной. Спасай там всех. Бегу. Нет, тут, конечно, откисну, да, он хорошее окно закрыл. Теперь ты пойдешь другого спасать? Давайте там как-нибудь, как-нибудь разберитесь. Вот так вот сделаю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Бро, да лезь в окно, блин, я же вижу, что ты хочешь. Хочешь и молчишь. Так, все плохо, я, кстати, сейчас понял. Очень плохо. Оп. Я бегу с фонарь, может, чем-то помогу. Оп. Оп. Ой, хорошо, хорошо. Дропping
нажал кнопку эту конченую. Разве он должен был успевать? Фейкер, конечно. Хорош, бро. На связи, как говорится, на созвоне, бро.